Дальнейшее взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. Глава Чувашии встретился с президиумом Госсовета и руководителями депутатских фракций. Напомним, что в составе регионального парламента 44 народных избранника. Какие приоритеты стоят перед ними, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Между депутатами и членами регионального правительства должен быть налажен конструктивный диалог. Руководитель Госсовета Республики отмечает, при принятии законов будут прислушиваться к мнению всех народных избранников, несмотря на их партийную принадлежность. Давайте свои позиции обсуждайте в комитетах, в рабочих комитетах. Сессия должна быть, конечно, она более рабочим органом. То есть мы должны выходить уже готовыми, согласованными со всеми политическими фракциями уже документ и более эффективно работать во время проведения сессии. На нас смотрит вся республика. Сессия депутатов 6-го созыва состоялась. Свою работу начали и парламентские комитеты. Фракции Госсовета уже разработали первые законопроекты. Наша фракция уже подала законопроекты в канцелярию Государственного совета. Допустим, закон о садоводах и огородниках, вполне можно было бы обсудить, и с различными поправками его можно было бы принять уже на нашем уровне. Хотелось бы, чтобы побыстрее кончился организационный период. Наказы избирателей, учитывая возможности, прежде всего финансовые возможности республики на текущий период, следующий год. Наказы должны выполняться. Чтобы выполняли свои сейчас сказанные обещания, прислушиваться ко всем фракциям и плодотворно работать. Глава республики отметил, что принимая законы, депутаты должны опираться на интересы жителей. Мы всегда готовы встречаться на разных площадках, несмотря на разные политические взгляды, для того, чтобы выслушать все стороны, всегда готовы двигаться на те результаты, в конечном счете, для того, чтобы заниматься вопросами повышения качества жизни. В приоритете работа над трехлетним бюджетом. Мы должны средства должны предусмотреть, прежде всего, по тем государственным программам, которые у нас утверждаются. Это с одной стороны. С другой стороны, федеральный центр тоже правила игры меняет по нормативным правовым документам правительства Российской Федерации. Поэтому отдельные решения, которые будут приниматься уже в течение первого полугодия 2017 года, мы обязаны будем дополнительные средства даже предусматривать. Народные избранники войдут в составы коллегии, рабочих комиссий и наблюдательных советов. Обновление у вас все равно большое произошло, именно депутаты, кто работает на освобожденной основе, соответственно, в ближайшее время я прошу внести эти предложения, соответственно, уже коллеги потом будут отлаживать работу по министерству. Очередная сессия Госсовета Республики состоится 20 октября. Ее повестка уже формируется. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.